стороне и просто смотрели. Были не в теме, занимались своим делом. Несмотря на беспредел в центре столицы, Донбасс не терял лица, продолжал крутиться. Наши крепкие ребята, спецотряды, защищали власть, но она сдалась. Предали людей, с позором убегая прочь. И что теперь страну разрывает в клочья? Нет ссылки, ответь, и нервы, как нож заточены, вместе теперь. И помоги же тоже нам, спина к спине, мы будем стоять на смерть. И пусть прольется кровь, мы не согнем колен. Да, юго-восток, край убитых дорог, и вместо неба смог. Где не видно звезд, но слышно, как работает завод. Где нет высоких гор, а в поле новый растет перекон. Но это наш дом. Это наш дом. Мы встали на защиту родных земель. Нам не нужно ЕС. Мы дружим с Россией. Флаг фашизма, суньте себе в зад. Здесь брат за брата, русский наш брат. Я всегда гордился быть украинцем. На моей коже символы родной столицы. Пора нам дружно сплотиться, пока не поздно, мои родные. Братья и сестры, не продадим Европе свободу. Пусть увидят силу Востока. До конца стоять будет плода. Даже если война, мы готовы. Ребята, я хотел бы сказать, что горы не сходятся, а люди, тем более люди одного государства, должны сходиться. Находить общие знаменатели, общие знаменатели, с чем-то надо поступаться. Вот, для, ради того, чтобы сохранить этот мир, вы понимаете, и проявить добрую волю, именно стремление жить, наладить контакты в мире, ну, на уровне нашей народной дипломатии, созваниваться, разговаривать, встречаться. На уровне политиков, вы знаете, там, у них свои контакты. Но, естественно, нужно это все доносить в массы, чтобы народ слышал, понимал, о чем разговаривается. И здесь проснулся рабочий люд, вообще вне всякой политики. Люд, который пришел отстоять свои желания, свои права. Те чаяния, которые были здесь, вот именно носили не в себе 22 года. Ну, конечно, благодаря Майдану, вот, эти, как бы сказать, мы смогли заявить о себе, вот то, что носилось в душе, вот заявить. В чем проблема была, допустим, вот когда произошел Майдан, сказать, ребята, давайте, вот мы свергли эту преступную власть, ну, давайте строить вместе Украину. Что вы хотите? Как бы вы хотели? Люди говорят, а мы хотим, чтобы у нас был второй язык, русский язык, вторым государственным. В чем проблема? Бельгия живет с тремя языками. Никто никому не мешает. Но люди, по крайней мере, не будут себя чувствовать ущемленными, как бы недочеловеками второго сорта. Мы, вышедшие люди от Советского Союза, мы помним, как было раньше, как люди жили, что получали. Ведь как сказать, вот Западная Европа, она ориентирована 80% на внутренний рынок. А изобилие в магазинах, которые мы наблюдаем здесь, сейчас, не потому, что его стало много, ведь закрываются заводы, фабрики, птицефабрики, не потому, как раньше были колхозы, не потому, это изобилие, потому что у людей нет денег, они стали созерцателями. Многие покупают не мясо, покупают косточки. Не говядину, а покупает курочку, которая стоит дешевле, понимаете? Недавно вот была передача Савика Шустера, и там выступал, по-моему, депутат Левченко. Вот он сказал, 75% заработанных денег, которые находятся в Донбассе, они уходят в сторону Киева. Понимаете, за свои же заработанные деньги потом ехать в Киев и выпрашивать. Опять же, эти деньги очень трудно следить. Они, где они? В Киеве. Если бы они остались бы у нас, в нашей территории, мы могли бы, по крайней мере, спросить, сколько заработано и куда это делось, на что оно потрачено. Можно было проследить, и не только у вас, также и на Западной Украине, понимаете? Вот то, что заработал, то и получил. Ребята, насчет России, да, как я понимаю, ну, смотрите, мы русские люди, у нас родственники в большинстве находятся в России, вот именно, многие работают в России, как многие работают на Западе. Вот, да ради бога, хотите на Западе как бы работать с ЕС, пожалуйста, мы хотим там. Наша экономика, опять же, крутится вокруг России, основные заказы идут оттуда. Ну,
Я знаю точно, что наш завод остановился. Вот именно когда началась эта вот перетрубация, все эти, вот он остановился. А людям? Вот чтобы люди мирно жили. Вы, я так понимаю, мы об этом сейчас перед этим говорили? Между регионами. Что вот сейчас нужно сделать, чтобы это напряжение снять? Услышать друг друга. Пойти, найти общий знаменатель. Немногие хотят уйти именно в Россию. Мне, допустим, комфортно было с этим украинским флагом. И... Но между двух зол, допустим, с одной стороны тебя прессуют, как бы сказать, навязывают свою идею. Вот. И с другой стороны Россия, допустим, получается, из двух зол выбираешь одно. Вот выбираешь меньшее, скажем, зло. Понимаете, о чем я толкую? Что, помиримся? Да, конечно, помиримся. Ну, услышьте нас, мы услышим вас. И будем строить единую Украину. Вот. Хотя я приезжаю на Западную Украину, приехал москаль. Я приезжаю в Россию, приехал хохол, потому что у меня украинский папа. О, хохол приехал, там все, горилку, сало привез, там все так вот. Вот. Как-то так мы зависли здесь, подвисли, вот именно в неопределенности. Такой. Одно дело, когда есть внешний враг, который там, допустим, все, он пришел, он вторгся, допустим. И другое дело, ты тот человек, который с тобой вел одно хозяйство, все. И тут, получается, пошла такая вот между нами, такой раскол. Вот. Поэтому надо немножко осесть, умыться холодной водой, так встрепенуться, так подумать, что мы делаем, и прийти к общему знаменателю. А с Крымом что делать? С Крымом я не знаю. Я там все время отдыхал, и каждый год езжу там с палатками по горам. Я теперь понимаю, что раньше я приезжал туда с гривнами, теперь мне придется менять эти гривны на рубли по этому курсу. Очень обидно, что так получилось. Ну, не знаю, это выбор был крымчан, значит, как-то так вот. Вы сами понимаете, что в теории, может быть, они и правы. Как-то вот, как мне мать говорит про невесту, да, про невестку. Смогла окрутить, а вот удержать не смогла. Вот было в руках, все, пожалуйста, развивайте, держите. Ну, как-то так вот. От хорошего люди не бегут, вы понимаете. Вот как-то так получилось. Надо было в сторону смотреть. Вот, была возможность, да не воспользовались. Обидно, обидно. Не знаю. Может, действительно, как кто-то сказал из политиков, теперь нужно просто создать такие условия здесь, на Украине, чтобы сами крымчане захотели и подумали, что мы наделали, допустим, и вернуться в ту хорошую, свободную Украину, вот, которая могла бы быть построена. Вот я так думал, что будет хорошо. Если мы на этого Майдане не хотим, за это, и эти проститутки, которые там диктуют волю Донбассу, допустим, то в таком случае мы уже сами выберем, кого, кто нам будет эту волю диктовать, как бы сказать. Кого будем слушать из наших лидеров, как бы сказать, кому мы доверяем, кому мы верим.